Знакомьтесь, это манул. По размерам манул сопоставим со средней домашней кошкой. У животного массивное тело с короткими, толстыми лапами и широкие округлые уши. Манулы очень скрытные и осторожные животные. Живут поодиночке, охотятся любят в сумеречное время суток. В середине дня и ночи предпочитают спать. Это один из самых медлительных видов диких кошек. От врагов спасается путем затаивания, забираясь на скалы или прячась в камнях или норах. Кормятся в основном пищухами и мышевидными грызунами, сусликами. Реже охотятся на зайцев, маленьких сурков и различных птиц. Продолжительность жизни манулы составляет чуть более 2 лет, что обусловлено гибелью котят в первые месяцы жизни и низкой выживаемостью в первые осень и зиму. Но несмотря на это, средняя продолжительность жизни манулы обычно около 5-6 лет.